Участие в политических акциях, особенно провокационных, может привести к серьезным неприятностям. В этом убедился ивановский оппозиционер Михаил Гресев. Засветившись в фильме «Анатомия протеста 2», он обратил на себя пристальное внимание правоохранительных органов. Сначала был обыск у него дома. Теперь сотрудники полиции пришли навестить Гресева на работе. В магазине, в котором оппозиционер трудится продавцом, провели контрольную закупку и изъяли один из дисков для проверки качества. Процесс контрольной закупки Гресев заснял на собственную камеру. На этих кадрах видно, как девушки-понятые прячут лица. Оппозиционер уверен, все происходящее – нацеленная травля по политическим мотивам. Продолжаются репрессии по отношению ко мне, значит, в рамках дела о массовых беспорядках. То есть сначала был обыск, сегодня уже они решили прийти на работу, то есть где я работаю продавцом, магазинчик. Ничего не боятся, власть идет, просто давит оппозицию по всем моментам каким-то можно. То есть дома, на работе, пытаются, чтобы меня уволили отсюда. Я считаю, что это очередная просто провокация, просто всеми способами давит